Привет, друзья! Как известно, российские роботы-саперы «Уран-6» доставлены России на Украину. Ранее об этом мы рассказывали, показывая непосредственную работу оператора по управлению роботом разминирования «Уран-6» на Украине. Бронирование робота позволяет выдержать взрыв даже противотанковой мины. Управление военным роботом «Уран-6» дистанционное. На этом на сегодня все. Друзья, спасибо за просмотр. Мы осветим все.